Приветствую вас, уважаемые мои подписчики и гости канала. Вот есть в моей коллекции два саженца мушмулы германской. Растут они уже не один год, но плодоносить начали. Это вот третий год только плодоношение. Я уже снимал ролик об этих саженцах. Показываю теперь, какой геометрической прогрессии они наращивают свой урожай. Ну, не буду повторяться о том, насколько это полезные растения, плоды этого растения, лечебные. И вот сколько их много. И жена пришла вчера, говорит: ты вообще видел, что у нас уже мушмула позрела? Я говорю: как позрела? Она после первых морозов только как бы становится съедобной. Но я пришел посмотреть, и действительно, она уже почти готовая. Вот этот деревце, оно еще, оно ниже, во-первых, чем то второе, и это. И плодов тут таких, полеченных морозом, нету. Плоды тверденькие, но они уже вкусные. Я вот попробовал. Такие тонизирующие, такая освежающая кислинка, очень вкусная. Тут летом армяне приезжали, живут они уже, обелорусившиеся армяне, они уже почти 4 десятка лет здесь живут. И как узнали, что здесь растет мушмула, да еще кизилы у нас, разные сорта есть, приехали посмотреть, ели вот эти плоды. В начале сентября они кислые были, они вообще были никакие. Они их стояли, их ели и не кривились даже. И говорили, что это куст, знакомый с детства, поэтому им так это все вкусно. Вот так вот выглядит один кустик. И согласитесь, красиво смотрятся плоды такого насыщенного цвета, оранжево-желтого и вообще непонятно какого, и грязного, и всякого. Но красиво, красиво. Красиво смотрится куст, большая урожайность. Вот так вот, ну не куст, куст, скорее всего уже куст, потому что вот побеги на нем пошли, я их буду... Не буду трогать, пусть они растут, посмотрю, может быть это. Потому что этот старый побег, он не хочет расти вверх. Он вот наклонился, разложился и дает только чисто плоды. Это один. Сейчас пойдем ко второму. А вот это второй. Вот так вот он выглядит. Этот растет деревцев, побегов у него земли нету. Вот, и он созрел. Видимо, он немного получил, все-таки был приморозок, пару градусов утром, может, ему досталось. Тот ниже, ежевика немного сверху, ветки на нем лежали, поэтому нет. А этот реально созрел. И вот эти плоды, они отличаются от недозрелых. Недозрелые такие вот, они посветлее, а этот вот потемнее. Вот, и вот такая вот желе... Образная масса внутри, она очень вкусна. И вот это все надо кушать. Очень полезная для сердечно-сосудистой системы. Ну, к тому, что это. Эти плоды, если их не срывать, они висят долго-долго. Они висят, я не знаю, сколько долго они висят, в плане того, что может быть месяц, может быть два, может быть они до весны висели бы, просто все-таки они съедаются, потому что всем они понравились, всему семейству нашему, даже внучек кушает их. Вот, и вот так вот они выглядят, выглядит второе деревце, но на нем поменьше, конечно, ну, потому что оно само поменьше деревцем, и побегов как бы не так много, ну вот уже пообъеденные. Одни эти пооставались. Вот сколько их съедено уже. Ну, всем понравилось, все будут подходить кушать. Так что рекомендую заводить мушмулу германскую. Это получается вот как Зизифус унаби. Он как бы, ну, дикая форма его для подвоев сортовых зизифусов. Но плоды очень вкусные, и именно унаби. И получается, что мушмула германская — это как дичок. Потому что у меня есть и другие несколько сортов с ягодами большими, до 7 сантиметров. А этот может быть 2,5-3 в диаметре. Вот.
Так что рекомендую. Будете иметь вкусный и полезный продукт на своем столе, даже не на столе, а прямо в огороде, в саду, где вы там ее посадите. Вот таких красивых, он декоративно смотрится. Можно посадить вообще как сателлёр, она самоопыляющееся растение. Ну вот как-то так. Рекомендую всем выращивать мушмулу. Садить себя на участке и кушать плоды. Очень полезный.